Привет! С вами канал Училка физкультуры в Эмиратах. И да, мы в Эмиратах, в Абу-Даби. Но видите, как я одета? Сейчас конец декабря и всего лишь плюс 20 на улице. Честно, я мерзну, холодрыга. Хотя вот днем мы спокойно ходим и практически купаемся в прекрасном заливе. Вечерняя прогулка, и перед нами дорогущий отель Emirates Palace. Наверное, самый дорогой отель в Арабских Эмиратах. А вот небоскребы Etihad Towers. Мы решили перейти дорогу и показать вам поближе шикарный отель Emirates Palace. У другого входа познакомились с охранником. Он сказал, что вот этот въезд для very VIP persons, для очень важных персон. Not normal, very VIP. То есть необычных людей, но очень-очень VIP-ов. Ну вот, показываем вам вход. Пока, может, будем снимать, какие-то VIP-ы подъедут, хоть разглядим их. Кстати, охранник обещал нас пропустить завтра в сам отель поснимать, если придем с 10 до 12. Вообще, мы знаем много всяких лайфхаков, как проникнуть в отель. А вот там мы гуляли только-только. Вот завтра поделимся лайфхаками, так что обязательно не забудьте подписаться. И завтра все будет ясно. Ну, красиво сделано. Ну, такое и в моем родном Киеве тоже есть на Крещатике. Такие фонтанчики, такие сооружения. Ну, честно, как-то поближе он не такой... Уже большой, купола не видно. Зато виден сам шикарный отель. Вот, надеюсь, там завтра побываем. Сейчас возвращаемся и пройдемся по другой стороне. Вот мы чудом прошли в отель Etihad Towers. Под видом того, что мы купили билетики в Etihad Towers и просто хотим узнать, надо ли букать время. Отель шикарнючий вообще. Очень крутой. Даже микрофон не использую, чтобы охрана не увидела. Сейчас постараемся вам показать здесь. Много всего интересного и куча бутиков. Но рецепцию пока мы так и не нашли, чтобы узнать, надо ли нам бронировать время. Хотя в билете это не указано. Здесь мы зашли, я снимала без микрофона, как-то охранники выглядели не очень дружелюбными. И все-таки это отель, очень много здесь было местных девушек, покрытых в абайе. Поэтому я делаю вид, что я вообще делаю селфи и приглаживаю волосы, чтобы немножечко здесь поснимать бутики. Охранники уже у нас спрашивают, что мы здесь забыли, но ничего мы здесь не забыли, просто мы хотим сделать небольшое видео. И здесь магазины Hermes, Cartier. Вообще, посмотрите, просто это убранство. Там за мной уже бежали, температуру мерили, но я сделала вид, что я вообще no speak English. Красиво, да? Прикольные такие пузырьки возле лесенки, чудесенки. Такой вот книжный стенд, да? Прада! Ну, идем пройдемся, пока нас не выгонят. Ну, Версаси. Шучу, Версачи. Это не отель, это бутик сплошной. Бутик сплошной и шикарный. Ох ты, елки-палки. Есть же такие отели. Ну, тут можно прям сесть и сфотографироваться. Шикарненько. Шикарненько.
Сфоткала Наташку уже, она сильно просила. Он сильно красиво смотрится. Такой подсвечник, свечи, кресло. Такой уют создается. Елочка. И Версаси. Красиво. Какие-то, я не знаю, люстры, шишки. Шишки на елку. Шишки Сваровски, наверное. Придумают же шикарно. И магазинчик платьишек. Платьишки шикарные. Ну, вот уже добрались к выходу. Ничего мы пока не выяснили, зато пробрались на территорию отеля, куда вообще сложно попасть. Красота здесь безумная. Бутики, даже просто походить, погулять, что-то посмотреть, померить. Очень-очень круто. Ну, такие новогодние сувениры, сюрпризы, подарки. Оленчики, подарочки. Будем уже выходить. Вышли мы из самого отеля Etihad Towers. Смотрите, что мы увидели. Вообще сначала думали, это Запорожец. Но это, оказывается, фиатик. Красивый какой. Номер хо-хо-хо. Прикольненько. Вокруг куча кафешечек. Тут дорогие отели. Гранд Хаят. Потом еще Etihad Towers. Всякие магазинчики, прибамбасики. Ну, все очень дорого, богато, круто. Ну и, конечно же, вон Emirates Palace. Ох, крутейший отель. Вышли мы из территории дорогих отелей, этих Etihad Towers. И смотрим их снаружи. Вот Гранд Хаят. Шикарный отель, шикарный небоскреб. И вот еще один Баб Эль-Каср. Посмотрите только, как это все сделано. Какой-то космос. Баб Эль-Каср вообще очень интересно. Небоскреб и такой арабский стайл. Вдалеке виднеется Эль-Ватан дворец. А мы гуляем. Только 7 вечера, людей нету. Все такие штучки, как деревья в подсветке. Видели такие в Сингапуре. Прикольно сделано. Небоскребы. И снова покажу вам, ну, красивейший просто Emirates Palace. Въезд. Emirates Palace. Отель. Вот камера навелась. Можно хорошо посмотреть. Попробую увеличить. О, вот хорошо видно. Шли мы от небоскребов прямо к дворцу Эль-Ватан. Очень красиво, и место здесь очень красиво. И деревья, такая плиточка, по которой удобно ходить, приятно. Такой большой, скажем, плацдарм как-то, или как это назвать. Но есть где погулять. Снова-таки приятно, сейчас 7 вечера, людей вообще нету. Красиво сделано. Национальный флаг Арабских Эмиратов. Фонтанчик. Красивейший дворец Эль-Ватан. Очень надеюсь, что попадем туда. Снова крутые раскрученные отели. И вот даже жилые дома. Это сказка здесь. Один шикарный дворец Emirates Palace. Фонтаны. Второй шикарный дворец Эль-Ватан. Чувствую себя в сказке. Подхожу ближе к Эль-Ватану. Сейчас только понимаю, что он напоминает мне Тадж-Махал в Индии.
Видите, также месяц виден. Месяц прямо над крышей Альватана. Очень красиво. Вообще очень радует, что никого еще нету. Очень красивые фонари. Ворота закрыты уже. Значит, сейчас будем думать, где брать билеты. На сайте Клок или на сайте Альватана. Обязательно вычислим, где дешевле. Обязательно покажем. Фонтанчики. А и снова не могу не полюбоваться Альватаном. Всей такой красивой архитектурой. Хочу вам поближе показать стены. Очень красивая вся архитектура. А слышите звуки? Это просто ветер рвет флагштоки. Ветрено сегодня очень сильно. Такая красивая мозаика стен. Ну, действительно, действительно чем-то напоминает Тадж-Махал. Очень красиво. Надеюсь, вернемся сюда, покажем вам все. Сделаем отличное, красивое видео. Ну вот такая у нас сегодня с вами получилась ночная прогулка по центру Абу-Даби. Мы увидели небоскребы, посмотрели снаружи пока еще на Emirates Palace отель, на Альватан, который сзади меня. Побывали внутри дорогущего отеля Etihad Towers. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Ставьте лайк, комментируйте. Всего вам доброго!